вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эффект хвост павлина. Лучше посмотрите мой пример. Погнали! Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как и на iPhone, так и на Android. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для начала я повесила хромаки и одела юбочку для красоты. И теперь можно зайти в лайк или ТикТок, снять сразу под музыку. Но я сниму в обычной камере. Заходим в камеру. Включаем видео и переворачиваем камеру. Ставим телефон на штатив. Все лишнее я потом обрежу. И теперь снимаем видео, что мы сидим. Можно опустить голову, так будет красивее. И делаем вот так. И у нас появится сзади хвост павлина. Давайте это снимем. Но самое главное так, чтобы мы сидели на хромаке и было видно наши ноги. Вот так. И когда мы опустим, так, чтобы было видно наши ноги. Если не видно, то немного отсядем. Я не по центру сижу, а двигаюсь. Давайте снимать. Последний раз. Вот и все. А теперь можно приступать к монтажу. Выключаем наше видео и начинаем монтировать. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, фото, фон и выбираем желтый цвет. Желтый фон мы выбрали для того, чтобы поменять цвет нашего зеленого хромакея и так, чтобы он хорошо убирался. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, все и добавляем наше видео, которое мы сняли в обычную камеру. И теперь ищем тот кусочек, который у нас получился лучше всего. У меня это самый последний, поэтому я ищу и подстраиваю его под наш фон. Я обрезала этот кусочек, теперь немного увеличим наш фон. Вот так. Теперь нажимаем обрезка и убираем ненужные части по краям. Вот так. Здесь я поправляла хромакей, обрежем немного и также обрежем немного фон. Вот так. Давайте посмотрим, нету ли у нас там ничего лишнего. Теперь подвинем наше видео немного в сторону, так, чтобы можно было убрать надпись KineMaster. И теперь убираем хромакей и подстраиваем. Давайте посмотрим. Здесь у нас видно что-то серое, поэтому я нажму на обрезка и обрежу с этой стороны немножко. Вот так. Нажимаем на галочку и давайте посмотрим снова. Все, у нас все чики-пуки. Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. Пропустить.
И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. Теперь мы нажимаем на стрелочку и еще раз на стрелочку. Теперь снова нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9, мультмедиа, фото, фон. И выбираем черный и желтый цвет. Немного уменьшим черный цвет и немного желтый. Нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем наше видео, которое мы только что сохранили в KineMaster. И теперь мы черный фон подстраиваем так, чтобы он заканчивался там, где я поднимаю руки, но еще не подняла. Продлеваем желтый фон и увеличиваем наш слой до нужного размера. Теперь подстраиваем так, как вам нравится. Все, я подстроила. Теперь уберем хромакей. Выделяем наш слой, нажимаем на хромакей и нажимаем включить. И теперь подстраиваем. Можно нажать настройки цвета и немного подстроить наш слой. Я все подстроила, теперь нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт, пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. Теперь нажимаем на стрелочку и еще раз на стрелочку. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9, мультмедиа, фото, фон и добавляем черный цвет. Теперь нажимаем видео, все. И добавляем хвост павлина. Немного уменьшим и тоже немного уменьшим фон. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем наше видео, которое мы сохранили в KineMaster. И теперь подстраиваем. Пытаемся подстроить посерединке. Теперь нажимаем на цветовой ключ, включаем. Теперь нажимаем на ключевой цвет и выбираем желтый. И теперь подстраиваем так, чтобы меня было видно. Также подстроим кривой контраста. Уменьшим хвост павлина и немного уменьшим фон. Вот так. Ну и теперь нам придется немного увеличить хвост павлина. Теперь подстроим меня немного посередине. Вот так. Нажмем обрезка и обрежем так, чтобы не было видно надпись KineMaster сверху от нашего слоя. Теперь возвращаемся в начало, выбираем наше видео, нажимаем на три точечки и нажимаем дублировать. Теперь берем наше видео и ставим его под низ, переворачиваем и зеркально отображаем. Переворачиваем и подстраиваем. Теперь нажимаем обрезка и подстроим так, чтобы юбочки наши соприкасались. Вот так. Теперь нажимаем альфа непрозрачность и немного сделаем прозрачным наше видео. Вот так. Нажимаем на галочку. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Получилось очень круто. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. Пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все. Наше видео сохранилось. И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотрим.
полезным, и вы снимете подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежаны Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока!